Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в селекторном совещании по реализации национальных проектов в регионах России. Его провел первый заместитель председателя правительства страны, министр финансов России Антон Силуанов. Первый вице-премьер правительства страны Антон Силуанов отметил, что регионы, которые успешно выполняют параметры, установленные федеральным центром, будут дополнительно стимулировать. Особое внимание участники совещания обратили на необходимость ускорения заключения контрактов, соглашений, повышения эффективности взаимодействия региональной власти с муниципальными образованиями. Вопрос не менее важный – это мониторинг реализации региональных проектов, направленных на достижение целей федеральных проектов. Поскольку мы на федеральном уровне сейчас активно работаем над реализацией национальных проектов, то, безусловно, ход и эффект от наших действий во многом будет определяться решениями, которые принимаются в субъектах Российской Федерации. Как идет работа по заключению контрактов, соглашений, как идет работа с муниципальными образованиями по заключению также соглашений по тем полномочиям, которые относятся к их компетенции. Чувашия принимает участие в реализации 11 национальных проектов. На их реализацию в 2019-2024 годах будет привлечено более 77 миллиардов рублей за счет всех источников финансирования.